Распаковываем сегодня две вещи. Имитатор боевой гранаты. Запечатали прямо от души. Так. Все это мы делаем для того, чтобы дружить с законом. Все официально. О. Так, что здесь у нас? Значит, у нас здесь сертификат соответствия. Макеты гранаты F1. Вот. Непосредственно чек. Там доставка. Вот. Непосредственно сама граната. Ну, я боевую держал гранату и скажу, что, скорее всего, вес несколько больше, чем у боевой. Вот. Ну, потом мы взвесим обязательно. Вот так она выкручивается. Естественно, обозначение макет. Кольцо. Ну, в принципе, очень максимально так похоже. Ой. Ну, такая прямо увесистая штука. F1. Так, это F-ка. Вот сюда мы будем закладывать имитатор, значит, взрывчатого вещества, которое находится именно в этой гранате F1. И получим такой комплексный запах, чтобы собака у нас обозначала эту вещь. И еще у нас должна быть одна штука, а именно 5.45 патрон. Вот, капсуль пробитый и дырка вот специальная, чтобы невозможно боевое использование. Вот такие две интересные вещи нам пришло из дека.